Спорт. Курский картодром вновь вошел в число лучших в стране. На выходных обновленная трасса была официально открыта. Реконструкция длилась больше года, и теперь мы можем принимать не только российские, но и европейские соревнования. Трасса заметно выросла. Ранее была 980 метров, сегодня 1300. Изменилась и ее конфигурация. От старой остались отдельные участки, появились новые виражи. Преображение обошлось в 30 миллионов рублей. Сегодня мы можем на нашем картодроме, после его, можно сказать, масштабной реконструкции, строительства вот, административного здания, уже сегодня можем проводить соревнования в достаточно высоком уровне. Мэр города, он же глава Курской автомобильной федерации, пообещал подать заявку на проведение европейских соревнований. А пока трассу опробовали участники первенства ЦФО. В классе мини победителем стал москвич Максим Орлов. Парню 9 лет, и 5 из них он отдал картингу. Для меня все получилось. Соперники были тоже хороши. Но как бы соперники чуть-чуть ошиблись и потеряли свой темп. И я их обогнал, но все-таки под конец меня чуть-чуть догоняли. Я отрывался как мог, уезжал от них. У курян медальный улов небольшой. В числе призеров Владимир Комаров. В его заезде участвовало всего 2 карта, но без борьбы не обошлось. Правда, противостоять пришлось не сопернику, а технике. Машина сначала плохо себя вела на трассе, она не выезжала из поворотов и напрямую не разгонялась. Сейчас будем разбираться, почему она не ехала. И, в общем, в принципе, причина понятна, но не совсем. Вторым курянином, завершившим гонку серебряной медалью, стал Алексей Смородинов. Картодром готовится к новым соревнованиям и ждет болельщиков. Вход бесплатный. Тарас Степаненко, Антон Судженко, телеканал «Сейм».